В 2011 году в Пензенской области продолжится реализация программы «Социальная поддержка молодых семей в жилищной сфере». Она претерпела некоторые изменения. Например, теперь для того, чтобы стать участником программы, жителям Заречного не нужно обращаться в департамент градостроительства Пензенской области. Достаточно прийти в отдел учета и распределения жилья городской администрации. Условия предоставления социальных выплат остались неизменными. Речь идет о семьях, в которых в течение 18 месяцев после заключения брака родился первый ребенок. Кроме этого, ребенок должен быть рожден после 1 января 2008 года. После 1 января, не до этой даты. Семья не должна была получить 20 губернаторских тысяч, то есть после 15 июля 2010 года она не должна была получить 20 тысяч. И последнее условие – это семья либо вообще не должна иметь жилья, либо нуждаемость должна быть не более 15 метров общей площади на каждого члена семьи. Семья, признанная участником программы, получит сертификат на сумму 189 тысяч рублей. Реализовать его нужно в течение 6 месяцев. Социальную выплату нельзя использовать для погашения кредита, а только для покупки жилья. Приобретение жилья у юридических лиц в доме, который построен после 1 января 2008 года. Либо участие в строительстве жилья. В прошлом году в Заречном программой социальной поддержки молодых семей в жилищной сфере воспользовались 59 семей. Кроме того, с 2011-го продолжилась реализация федеральной программы обеспечения жильем молодых семей на 2011-2015 годы. Условия участия в ней остались прежними. За более подробной информацией можно обратиться в отдел учета и распределения жилья городской администрации. Анна Сазонова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».